Примерно к вам обучили за началом, кто вы забрали, кто вы туда награждали. Дорогие друзья, вот и завершился наш межрегиональный канал международного фестиваля футбола «Локобол» 2014 российской железной дороги. Незаметно пролетели эти два дня, и сейчас мы подводим итоги наших соревнований. В турнире девочек, который впервые проводился в рамках «Локобола» 2014, третье место заняла команда «Искра Гуфрутальный». Поздравляю команду. Лучшим игроком турнира среди команд девочек.
Приступаем к награждению призеров и победителей турнира мальчиков. Третье место в турнире мальчиков заняла команда «Шинник Ярослав». Спасибо, команда. Игроки команды награждаются памятными медалями. Второе место в нашем турнире среди команд мальчиков заняла команда «Восток» Олег Розуева. Игроки команды награждаются по одной медали. Межрегионального финала международного фестиваля футбола «Локомоу» 2014 российской железной дороги стала команда «Чертаново Восток». Thank you.
Специальное признание от комитета отмечает следующих игроков команд участников. Никита Судариков, спортсмен победителя Московской области. И
интернет и узнаем, как мы сдержали слово. Ребят, вот на тех турнирах, которые проходили вот финальные стадии, работала у нас группа тренеров, специалистов, оценщиков, так сказать, вашего мастерства с целью создать сборную России 2022 года. Возглавляет эту комиссию заслуженный тренер Советского Союза Борис Петрович Игнатьев, человек известный и в юношеском футболе, тем, что он возглавлял сборную команду национальную в свое время в стране. Мы собрались здесь с помощью специалистов трех ребят, которые включаются в список. И вот мы хотели бы вручить грамоты. Я специально, вот, чтобы ребята, которые получили грамоты, поняли, что мы оставляем это свободное место не потому, что мы не умеем писать, а то, что чтобы здесь это было сделано красиво компьютерно, чтобы эта грамота у этих трех ребят осталась на всю жизнь. Итак, настоящая грамота подтверждает включение в список дарования российского футбола кандидатов в сборную страны 2022 года Синельщиков Никита. У нас примерно пока 40 человек по всей стране отобраны, не так уж много. Теперь настоящая грамота подтверждает включение в список дарования российского футбола кандидатов в сборную страны 2022 Романенкова Никиту. И, наконец, еще один игрок. Настоящая грамота подтверждает включение в список дарования российского футбола кандидата в сборную страны 2022 года Дмитрия Павла. Дмитрия Павла. От всей души аванс, как вы понимаете, большой аванс. Но то, что уже у нас есть такие футболисты, которые играют с кандидатами, это перспектива, это замечательно. И, наконец, два мяча. Эти два мяча не игровые, это сувенирные, это мячи. Но я бы сказал, мячи всех людей, которые играли разные годы в детстве, футбольные лиги, тренировали, кто болел за команды детской лиги. Это 20-летний мяч, билет, защищенный 20-летний детский футбольный лиг. Я с огромным удовольствием получаю этот приз. Коллективные бригады, которые обслуживали вот этот турнир, которые входят вот все люди, которые здесь есть. Мне приятно, что возглавляет эту команду мой друг Лев Павлович Антонов, с которым мы дружим много десятилетий. Это мяч для активации бригады, для музея. Хорошо? Пойдем.